21-летняя Олеся Кафельникова призналась, почему не может устроить личную жизнь. Модель утверждает, что слишком занята по работе. Сегодня дочь известного российского теннисиста Евгения Кафельникова нашла свободные полчаса в плотном графике и предложила подписчикам в Инстаграм задать ей интересующие вопросы. Отвечая на одно из многочисленных сообщений фанатов, модель разоткровенничалась на тему личной жизни. Красотка объяснила, почему в ее жизни нет любимого человека. Звезда встречалась с рэпером Фараон, но роман закончился громким расставанием. «У меня минимум по 2 перелета в неделю, нестабильная психика, огромная неуверенность в себе. Вы серьезно думаете, что я могу иметь отношения хоть с кем-то, кроме самой себя? У меня нет времени на других», — заявила звезда подиума. Кафельникова пояснила, что живет на 4 чемоданах, постоянно курсируя между Лондоном и Парижем. Олеся рассказала, что перемещение связано с работой, а местом для души она по-прежнему считает остров Бали. Инстадива недавно приняла участие в показе в Милане. Ранее дочь теннисиста снялась в откровенном наряде из латекса. Олеся примерила эпатажный образ платиновой блондинки.